Быть артистом – настоящее удовольствие. Как постичь азы этой творческой профессии, рассказал воспитанникам детского дома «Звездный» и киностудии «Лютик» российский актер, звезда фильма «Девятая рота» Иван Кокорин. Иван много путешествует по разным городам России, участвует в благотворительных проектах. Его задача – пробуждать в детях страсть к искусству. Даже если один ребенок это запомнит и пронесет это через всю жизнь, пусть даже не через всю жизнь, а пусть даже он... день, два, три, четыре будет помнить об этом. Мне кажется, данная встреча будет важна. Вот. А если мы в эту встречу еще и поиграем, и почитаем, и о чем-то расскажем, может быть, я им кусочки из фильмов покажу, подарю каждому фотографию, мир станет немножко, но лучше. Свои встречи с детьми считает синтезом мастер-класса, приятной беседы и урока. Каждой аудитории подходит индивидуально. В этот раз начал рассказ о своей карьере с просмотра эпизодов журнала «Ералаш». Встречи для актера – возможность лучше узнать новое поколение. Они нужны для того, чтобы детские души раскрепощались, для того, чтобы ребята могли понимать, что звезды, но они вот они рядом, и им есть чем с нами поделиться, и нам есть чему поучиться. Иван – это яркий пример того, как нужно любить детей, как нужно дружить с ними, насколько они могут быть открытыми при том, когда мы себя дарим детям. Иван Кокорин считает, каждый день нужно идти к своей мечте, работать и задуманное осуществиться. И ни в коем случае нельзя стесняться, игнорировать свой талант или способность. Сам он мечтал стать актером, поступил в школу-студию МХАТ и к своим 34 годам снялся более чем в 30 фильмах. Надо не просить автограф, подбегать к нему и говорить: «Вы такая знаменитость, я знаю вас», и все тому подобное. Я думаю, надо вести его как себя с ним как с обычным человеком. Актерская профессия, рассказывает Иван Кокорин, позволяет расширить границы собственного «я» и прожить десятки или сотни интереснейших жизней. Убедил в этом актер и воспитанников детского дома. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.